Всем привет, ребят! Меня зовут Настя и добро пожаловать на мой канал. И сегодня будет долгожданное видео по оформлению ежедневника на месяц май. Итак, давайте начнем. Я думаю, нам вот в этот угол не хватает цвета, поэтому я разукрашу вот этот диванчик, наверное, голубым. Или просто внесу сюда немножечко нежно-голубого цвета. На всю нижнюю строчку, я думаю, тоже добавить цветной скотч, например, голубой. Конечно же, по традиции, я думаю, сделать сюда нежно-розовый кармашек. Я просто беру обычную белую бумагу и разукрашиваю ее таким цветом, которым я хочу. И на этот раз я хочу, чтобы это был нежно-розовый цвет. В принципе, как и на всех страничках, просто мне очень нравится этот цвет. Чуть не забыла про числа. Их нужно обязательно расставить. Так, а в этом месяце сколько у нас дней? 31. Кстати, вы заметили, что этот месяц начинается с 1 числа, с понедельника. Это просто идеально, значит, месяц будет точно хорошим. Тем временем наш маленький кармашек уже высох, и мы можем его сюда уже приклеивать. Мне кажется, у нас здесь получается как-то пусто, поэтому сейчас мы сюда добавим цвета. Ну а теперь стандартно добавляем наклейки. Эти как раз подходят сюда по цветовой гамме, поэтому я думаю добавить сюда, не знаю что, например, сумочку или туфельки. Нет, думаю добавить все-таки сумочку, потому что май у меня связан с переездом, но об этом не сегодня, не сегодня. И на этом все. Вот такая вот страничка в пастельных тонах у нас получилась. Мне очень нравится именно такое сочетание цветов. И если вы не поняли, то здесь написано: ты никогда не узнаешь, на что ты способен, пока не попробуешь. Мне безумно нравится эта фраза, поэтому я решила добавить ее сюда. Ну, здесь будут обычно, как всегда, заметки. И, в общем, все. Остальное, я думаю, не нужно комментировать. И если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Я стараюсь вести его красиво. И да, смотрите другие мои ролики. И на этом все. Всем спасибо большое за просмотр. До встречи.
So take a gun.